а из нашего окна Toyota классная видна. Наш дворик. Сегодня, может быть, будет дождик. Это наш подъезд и вверх туда. Мы идем на канатную дорогу. Вот тут парк. Идем в горочку. Вот санаторий какой-то развалившийся. Сейчас поедем на вершину горы на трамвайчике, на канаточке. О, хорошо. Посмотрим все сверху. Подходим к канатке, планы поменялись. Едем на машинке, на Лексусе, наверх. С остановкой на обзорной. О. Домик лесника. В виде восьмерки? Да. На руках? Да. А на загорбушке можно? Можно за руку просто пройти. О, за руку! О, прикольно. Да. Жених с невестой сколько-то там раз вокруг нее обходят. Давай я тебя поношу. Давай это. Чтобы у нас все было четко. Ну я три раза тебе принесу. Ты меня понесешь? Да, давай. В честь имени этой горы назван Пятигорск. Обзорная площадка на гору. Замечательная дорожка с ограждением. Да, грустно. Города. Расстояние до городов. Мы пришли на канатную дорогу. Да. Нас заставили одеть маски. Это вагончик. Как прекрасно. Сейчас поедем на вагончик. Давайте. Пойдем зайдем в него. Боишься? Ой. Ой, ё-моё! Ты мне расскажешь? Будешь здесь каких денег? Ну, я сидя. Сидя? Да. Ещё можно сидеть? О, блин! А как? Будешь что-то делать? Съёмку?
Командир, теряем высоту. Ничего страшного. Парашют, дергай кольцо. Правильно. Мы катались на фуникулёре. Тур де провал на велике. Едем к провалу, посмотрим это место. Пристань, Пятигорск. Мы едем на велосипедах. Если что не дом, то достопримечательность. Это дачи на бульваре Гагарина. Сейчас большая часть из них отдана под санаторий. Это тут в замках живет. Отдыхает в санаториях. Живет в своих домах роскошных. На заработанные честные деньги. Мы приехали к провалу, велосипеды оставили у входа. Тут прекрасная площадь, я бы сказал, вымощенная красивыми булыжничками. И смотровая. Вот так. Музыка играет. Краснояр месяцев 30 копеек, рабочие по 20 копеек, детям бесплатно. Проходим. Господа, проходим. Краснояр месяцев 30 копеек, трудящимся 20 копеек, детям бесплатно. Девушка, 30 копеек. Проходите. Деньги собираем на провал, чтобы слишком не проваливался. На велосипеде. Класс. Ой. Чудесный лесной парк на склонах горы Машук. Ой, кто здесь? Что за птица полетела? Министерство, управляющее Кавказскими водами, предоставило средства для сооружения
место дуэли Лермонтова и Мартынова. Что, Зая, четко на велике? Четко на велике? Живи, катайся! Вот этот Михаил Юрьевич Лермонтов был ранен. Место дуэли. Нам предстоит тещин язык. Вон он пошел вниз. Шпилька. Шпилька, тещин язык. Вот мы идем, довольные, нагулявшиеся, посмотревшие все достопримечательности города Пятигорск, получившие 750 баллов в приложении Easy Travel. Вот теперь мы знатоки пятигорских красот. Прекрасный Пятигорский парк «Цветник». Место называется «Бесстыжие ванны». С земли идет горячая вода с запахом тухлых яиц. Цвет у нее такой бирюзовый, красивый. Ну вот люди приходят, окунаются в эти ванночки и оздоравливаются. Вот она, горячая вода. А там есть вид на Биштау с вот этой китайской беседкой. Приехали вечером теперь в парк Цветник и смотрим на него в вечернем свете. Вот и будем сейчас провожать закат, смотреть зефирные облака. Пойдем наверх. Да, залипаем. Видим мороженки. Да? Фу, забежал. Знаю, милый, знаю, что с тобой. Мы пришли. Вот это настоящее путешествие.
Hi. Чем другое? Собака. Собака такой на полете. Носили собаку. Ты дурища. Ей надо что-нибудь купить, покушать.